В среду переменная облачность, ночью утром почти повсеместно, а днем лишь по востоку пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью в отдельных районах ливни. Ветер южный с переходом на западный, умеренный, при грозах сильный порывистый. Атмосферное давление будет падать. Утром на столбиках термометров будет от 19 до 21 градуса и высокая влажность до 100%. К середине дня воздух прогреется до 30 градусов по Брестской области, местами до 32. В остальных регионах 26-27, лишь по Витебской области не выше 25. К вечеру от 24 в северо-восточных районах до 27 в западных. До конца рабочей недели погоду будут формировать неустойчивые теплые воздушные массы, поступающие с севера Италии. Ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный. Умеренные, при грозах порывистые. Температура ночью 13-20, днем от 24 по северу до 32 по юго-востоку. И у меня на этом все. Еще больше о погоде не только в нашем телеграм-канале «Рябов ответит». Подписывайтесь.